Хотел спросить, что вас делает, чтобы это самое искали по мусорке? А? Металл? Да. Металл? Да. Вижу в этом, на телефоне, что вы брали интервью. Да, видели, да? Видел. Чтобы говорить, что я не видел. Как зовут? Меня Вася зовут. Василий, да? Что вас заставляет так, или кто-то заставляет, чтобы здесь копались? Никто меня не заставляет, и я сам по себе. А, это не хватает для жизни или... Нет. Или металл для кого-то? Нет, для себя. Все для себя. Для себя, да? Все для себя делаю. Ой, черный кот прошел через мою машину. Я повезет 100%, да? Я и в России занимаюсь этим металлом. Но именно какой металл? Или... Любой. Ага. Любой металл. Я проехал второй раз и заметил вас. И как-то жалко было. Думаю, вот как... Вы знаете... Одни смеются с меня, а одни завидуют. Смеются, одни завидуют. Есть какое-то еврейское кладбище здесь? А можете показать, где? Могу. Говорят, мусорка возле кладбища прямо. Нет, чуть дальше. Дальше, да? Да, нет, это уже. Кошечка, как тебя зовут? Недалеко мусорка, но это. Вестфильм Езали. Есть, да, большая мусорка. Ну все село, это одна мусорка. Они говорят, что только сюда возят мусор. Потому что видел сегодня одна телега, проехала так с мусором, но такая картинка здесь красивая, и вдруг мусорка это портит все. Ну вот я с прошлого лета до тех пор сделал где-то 15 тонн тут железа. 15 тонн железа, да? Да, вот здесь. Вот молодцы. Здесь я копаю и ну вот. Сейчас полею, да? Было 60 бань. Сейчас мы 60-80. Я лично. Потому что я был в России и занимался этим железом в России. И собирают у вас прямо в селе, да? Или нет, надо. Собирал. Его сейчас накрыли, его уже не собирают. А собирал он тут. Он самый был крутой сборщик. Когда вот последний раз работали так? А, я еще работал при Союзе. При Союзе, так. А так все в бизнесе. Бизнес. Вот везу розы, беру в Бельцах розы, везу на Москву. Купил теплицу в Подмосковье. Купил два домика, выкопал колодец, поставил теплицу там в Москве. И там и работаю. И... Слушайте, если не повезет сегодня, значит этот кот виноват. А, может быть. Да, вот такие дела. Как назовем репортаж? Мужчина, который копает, ищет металл и имеет два дома в Москве, да? Не два дома, дачу. А, дачу? Дача. Дача. Купил два домика, выкопал колодец, поставил теплицу в Москве. И работаю в Москве. И идут прямо до кладбища, вот, без цветов, без ничего. Навещает этого кладбища. Навещает это кладбище. А вот, чтобы цветы несли или что, нету такого. Они не носят цветы или что, я не знаю. Но с Израиля же приходят. С Израиля приходят. На автобусе приезжают, автобус останавливается на трассе. И там тоже мусорка есть. Пешком. Мусорка возле кладбища, да? Ну вот мусорка, видите? Вот то высокое дерево. Вот мусорка там, а кладбище может 500 метров вперед. Ага, не прямо возле. Не прямо. Не прямо возле мусорки. Потому что кто-то и нас. Там никто не выбрасывает. И не поставили памятник. Новый памятник. Поставили. И ну так не нанимают, чтобы кто-то присматривал там одно, другое. Никто, да. Никто это не заставляет. Вот. Бейми, спасибо за информацию.